Всем моим зрителям огромный привет, с вами я, Юлия Крейзинейлс, и сегодня мы поговорим о нашумевших гель-лаках, которые называются Харуяма. Об этих гель-лаках я, в принципе, узнала из своей группы, в которой девочки делились эмоциями о этой марке, и все до одной ей довольны. Под этим влиянием я решила себе заказать эти гель-лаки и сама их опробовать. Объем этих гель-лаков 8 мл, база средней консистенции, это позволяет очень быстро выровнять ногтевую пластину. Я уже эту базу пробовала на своих клиентах, мне очень понравилось ей работать. Никаких нареканий нет, покрытие носится до коррекции. Топ практически как и во всех фирмах уже идет более жидкий. И буду переходить к цветам, которые действительно очень-очень плотно ложатся. Пастельно-розовый оттенок. У меня уже есть работы с этим цветом. И фотографии я ставлю, как всегда, в видео. По консистенции гель-лаки идеальные, они хорошо самовыравниваются. Кстати, запах опять же похож на гель-лаки Sisters, Fox, Beautix, Una. 216-й. Пока никаких недостатков у этих гель-лаков я не нашла. 130-й. Четыреста тридцать третий. 131-й фиолетовый с шиммером. 415-й. 363. Хочу поблагодарить всех девчонок в своей группе, которые открыли для меня эту марку. Эти гель-лаки я заказывала в интернет-магазине Им Косметик. Ссылочки оставлю в описании. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle. В этом видео я покажу вам мастер-классы с использованием аэрографа. Для этого дизайна нам понадобится вот такая сеточка. Я уже говорила в предыдущем видео, что эти сеточки можно купить в магазине Леонардо или в магазинах, где продается ткань. Для дизайна нам нужно перекрыть тип с темно-синим гель-лаком, после перекрыть топом и хорошенько забафить всю поверхность. Дизайн я буду делать краской от Air Nails белого цвета. Кто распыляет гель-лаком, ради бога распыляйте. Далее накладываем сетку на типс и задуваем краской только в нижней части типса, создавая градиент. Напоминаю, что краска должна долетать сухой. Если у вас будет лужа, то тогда она просто сколется. Снимаем ткань. Пока еще не совсем виден эффект. Этот дизайн я уже делала своей клиентке. И фотографию я вставлю в видео. Как раз после этого мне и стали поступать вопросы, как это делается. Как вы видите, все проще простого. Напоминаю, чтобы ваша аэрография носилась до коррекции, нужно после пройтись аккуратно праймером в зоне свободного края боковых валиков. Далее я перекрываю базой от Коди, сушу в лампе и потом топом от Коди. На типсе я этого делать не буду, так как это типс, поэтому просто перекрою топом. И в итоге получается невероятно. Невероятно красивый дизайн, что-то в нем есть такое космическое. Дальше для дизайна я буду использовать трафарет под номером 194. Для этого мне также понадобится типсик, который я перекрыла цветом, топом и хорошенько забафила. Хорошенько приклеиваем к ноготку. Снимаем трафарет. Проделываем все то же самое. Снимаем. И теперь дуем также в центр трафарета, чтобы у нас просто остался контур снежинки. Мне еще в нижнем углу не хватает снежинки, поэтому я возьму опять предыдущий трафарет. Я сейчас просто перекрою топом, но вы должны соблюдать все правила, о которых я говорила ранее, чтобы ваша аэрография проносилась до коррекции.
также изделия можно украшать. Вот сейчас я перекрыла топом, и еще я захотела добавить немного блесточек к нашему дизайну. И пока топ не просох, я это сделаю. Я буду использовать голографические блестки. Я считаю, что столько будет достаточно. Просушиваем вампи и перекрываем топом. Для следующего дизайна делаем подложку для гель-лака кошачий глаз. И делаем блик только в верхней части. Ставлю сушиться лампу. Перекрываем топом, сушим, снимаем липкий слой и также баффим. Для этого дизайна я буду использовать трафарет L14. Мне здесь понадобится именно круг. И задуваем на границу его, чтобы у нас просто был контур холма. Снимаем. Дальше берем трафарет в виде елки. Одна будет наверху холма, а другая елочка снизу. Центр третью елку. Берем маленький кружок, приклеиваем в верхней части трафарета и задуваем в центр. Далее закрепляем аэрографию и сделаем еще небольшие прорисовки. Вы можете оставить дизайн в таком формате, но я хочу добавить еще немного снега. Снежок я присыплю акрилом с микроблеском. Просушим в лампе, и дизайн готов. Мне до сих пор многие задают вопрос, нужен ли аэрограф. Раньше я считала, конечно же, что нет, он не нужен. Сейчас я могу сказать со 100% уверенностью, что он действительно выручает, особенно когда делаешь градиент. Тем более он выручает тех людей, которые не умеют рисовать. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на меня в Инстаграме, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки на мои социальные сети будут в описании под видео. Ну а я вам всем говорю до скорых встреч и пока-пока!